Здорово. Сегодня я обучу вас этому нереально крутому фокусу с картами. Значит, нам необходимо для него 2 одинаковых туза. Если мы взяли туз буби, 2 красных туза, 2 одинаковых, значит, мы берем туз черви для гиммика. Значит, а эти 2 туза, туз пики, туз крести, мы оставляем нетронутыми. Берем туз черви. Что мы с ним делаем? Мы клеим ему на рубашку двухсторонний скотч. Это гиммик. Вот я беру, и вот у меня сейчас он держится. Желательно, чтобы этот двухсторонний скотч был уже не в супер хорошем состоянии. Вы клеите, например, берете, приклеили маленький кусочек, потом взяли просто вот так вот по ворсинке какой-нибудь, по ткани провели, на него пыль села, и он становится не таким прочным, не таким устойчивым вообще. Если прилепить к нему карту, к этому скотчу, он будет ее держать. Но если нам нужно это быстренько рассоединить, достаточно только провести пальцем. И уже эти карты рассоединятся. Вот это вот и заключается вся подготовка. Далее укомплектовываем. Берем 3 туза. Туз буби, туз крести и туз пик. Их мы засовываем в любое место в колоде. Они нам не нужны. Далее мы кладем туз черви скотчем вверх. И кладем туз буби рубашкой вниз. Получается у нас 2 туза, они вот так вот рубашками соприкасаются. Фокус мы начинаем с того, что у нас колода вся рубашкой вниз. Если мы можем, например, доставать колоду с коробочка, то мы берем все, прячем. И, понятное дело, показали зрителю коробочек, открываем. И уже открываем со стороны, где у нас все лица. Поехали дальше. Вот у нас зритель выбрал карту любую. Например, туз крести. Далее, мы его не кладем, не отдаем зрителю, а переворачиваем и кладем сюда. Понятно, мы закрываем туза буби. Как я уже сказал, в этом моменте может зритель подписать этого короля. Подслистываем дабл, снимаем и переворачиваем. Понятно, что у нас уже здесь туз буби. Перевернули дабл. И слистываем уже нашего туза. Король здесь. Накрыли коробочком. Ну, понятно, зритель думает, что здесь его король. Здесь у нас король его и туз черри. Вот это уже две карты склеились. Далее мы делаем тасовочку. Придавливаем в центре и просто тасуем, как всегда, как мы умеем. Выбираем 4 туза. Первый туз. Далее пошел у нас второй туз. Следующий у нас третий туз. И последний наш туз. Мы помним туз черви. Это склеенные 2 карты. Вот они. Пожалуйста. Колода нам не нужна. Мы убираем ее в сторону. Берем 4 туза. Складываем так, чтобы у нас были 2 туза одного цвета с одной стороны. Ну, вот здесь у меня получается в правой руке 2 черных, в левой руке 2 красных. Переворачиваем. И далее идет отвлечение внимания на то, что у нас есть связь между картами, всякое такое. И мы делаем такой вот фокус, когда мы слистываем 2 черных на столик, а у нас оказывается они уже в руке. Значит, мы держим следующим образом карты. Берем средний палец и большой палец вот таким вот образом. Левой рукой же мы слистываем верхнюю и нижнюю карту. Получается, у нас с центра вылазят 2 карты. С центра мы выдвинули 2 карты, перевернули, показали зрителю туза. Пик и дальше перевернули дабл. Понятно, мы слистываем уже 1 карту. Далее аналогично, но мы слистываем во второй раз уже только 1 карту. Только 1. Получается, у нас остается в руке дабл. Мы показываем туз крести и слистываем. И в это вот уже получается туз черви, наша карта, где склеены 2. У нас уже в руках туз крести и туз пик. Далее, нам необходимо следующее. Туза буби мы кладем вниз. Туз черви это наш дабл склеенный. Мы его кладем сверху. И что мы делаем? Берем, как я уже показывал, если у нас скотч подходящий, просто слистываем 1 карту, и это у меня уже король. То есть мы видим, все очень реалистично выглядит. Я беру, слистываю 1 карту короля. Откидываю в центр. Далее у нас 4 туза. Под низом
туз Бобби. И мы можем здесь показать зрителю, что я взял карту, берем туза Бобби, положил ее, никаких резких движений и кладем сверху. Понятно, мы прижимаем, переворачиваем, показываем зрителю. Туз пик, туз крести, туз черви. И тогда, конечно же, сразу у него в голове складывается впечатление, что здесь туз Бобби, здесь карта зрителя. Его же карта подписанная. Но мы переворачиваем здесь король крести, его карта подписанная. Ну, а туз Бобби уже в самом начале, мы его туда подложили, и все просто классно. Вот такой вот был фокус. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока.